Друзья, ассаляму алейкум. Вот сегодня собирал посылки, те, которые наши победители, которые мне ответили, написали адреса. Вот, например, тоже складник, он пойдет в Башкирию. Так, следующий тоже складник, Ставропольский край. Так, метательные ножи, Каменск-Уральский. И вот этот красивый подарочный нож, Табасаранский район. Друзья, участвуйте в наших розыгрышах, и каждый месяц мы разыгрываем какие-то подарки. Вот, победители, давайте вы напишите мне. Ну, 1-2 человека где-то остались, может, они не увидели. Мы стараемся, друзья, и в рассылку отправляем, и кто победил. Вот это самая главная цель, чтобы победители получали подарки. А те победители, которые не выполняют условия, они не получат подарки тоже. Ладно, друзья, успеха вам. Если кто хочет заказать, какие-то моменты есть, информация будет в описании. Участвуйте в наших розыгрышах. Розыгрыши очень простые. За минуту можно выполнить условия. Ассаляму алейкум.